было обещано, вторая часть, продолжение банкета, вторая часть Мерлезонского балета. Короче, несмотря на то, что на улице прекрасная погода, жарко, мы тут собрались честно выполнить свои обязательства и потестить еще массу всяческих интересных ароматов. Даже интересно, потому что жарко, влажно, они, может быть, даже будут восприниматься по-другому. Как-то по-другому, да. Вот, так что начну мучить своих гостей. Муха, мы это любим. Да, Муха, как всегда, вместе с нами. Ее тут, правда, сегодня не так, чтобы очень видно. Сейчас мы ее поднимем. Вот она, Муха! Привет, привет! Во рту трофей. Во рту трофей. Она сидит, поэтому занята, лизаться не будет, мешать нам не будет. Начнем с того, что нас просили как бы потестить. Это два аромата. Кинзо слоник, вот такой вот слоник. Он такой весь из себя слоник. И Том Форд дикая орхидея. Просто как бы мы уже делали маленькую репетицию, поэтому, может быть, кто-то что-то и вспомнит, что он говорил на эту тему. А может, это будет совершенно новое восприятие. Вот именно из-за того, что погода изменилась, температура изменилась. И как бы все будет восприниматься по-другому. Начали мы, конечно, с самого термоядерного аромата. Надо было, наверное, его оставить напоследок. Но все, бум, обморок так. Нашатырь мне, пожалуйста. Вот. Близко к носу не подносить, да? Близко к носу не подносить. Он чувствуется просто на расстоянии 10 километров. Вот такой вот аромат. Муха, подожди. Мушка, ты не задохнешься. Да, да. Здесь сплошные специи. Сплошные. Индийская лавка. Это слон. Индийская лавка. Слон в индийской лавке. Да. Не в посудной, а в специи. Он там пробежался, он поронял все мешки, да. Потоптался по ним. И теперь все. Люди это... в отпаде. И люди в отпаде. И все запахло. Ты хочешь сказать, после того, как он потоптался, ушел, и после него остался такой запах. Да. Запах индийского базара. Угу. Ни фруктов, ни цветов здесь, ничего, только специи. Очень интересно. Я уже не помню состава специй, но там помню кардамон, по-моему, да, был. Кардамон чувствуется. Что-то такое вот, наверное, гвоздика. Там. Мне очень кажется, сандал тут тоже. Ну, сандал должен быть, как да, же? Как же Индия без сандала? Индия без сандала, тут сандала много должно быть. Да, кардамон действительно угу. Чувствуется. Ну, муха-фу, отдай, пожалуйста. Но это не духи однозначно, этим душиться нельзя. Но, тем не менее, у него есть масса поклонников и тех, кому этот аромат нравится. Но, может быть, его надо буквально вот так вот, где-то там чуть-чуть капельку вот помазать. Вот этим вот тестером чуть-чуть помазать. Тестером, да. И то, когда он постоит где-нибудь... Обмахнуться. Да, когда он постоит уже там несколько суток. Ну, это я не знаю, как в жаркое время года. Ни в коем случае. Не знаю. А может быть, наоборот, жарко он красивее будет раскрываться. Вот сегодня тепло, и так он... Ну, зимой, мне кажется, он будет странно зимой, потому что зима, Индия, оно как-то между собой не сочетается. Ну, понятно, а лето да, Индия, да. И причем именно влажная Индия, сезон муссонов, дождей, Ганг. Ну вот этот запах мне бы хотелось на ком-то вот так мимолетом там да, почувствовать. Да, прошел, прошел и ушел, человек, и да. Ушел. Ты причем вдохнул, это, причем и... это на свежем воздухе. И ушел. Если ни в каком... Ну носить его постоянно. Не в общественном транспорте. Нереально просто, задохнешься. Для меня он очень тяжелый и в общем-то... Тяжелый. Он не отвратительный, нет. Если бы моя спутница жизни пользовалась таким, я бы был бы, мягко говоря, не в восторге. Уже был бы не спутником жизни. Уже где-то так. В том аспекте, да. Уже где-то... Нет, отвращения к нему абсолютно нет. Нет, но он красивый. Он красивый, да. но он как бы так... Ну, наверное, не на женщине, не на человека. Да, это просто да. Как аромат интересный. Угу. Мне бы тоже вообще нравилось, может быть, где-то так вот... Мимолетом, да. Подышать и как бы... И все. Так, давайте-ка после него кофе, потому да. Что иначе... В том помещении, куда мужчина не заходит. Да. Ну, как же Индия, это красивая страна. Да, там девушки в саре ходят. Да, девушки в саре, это красиво. Все украшены. Там Юлин кумир живет. Какой? Даша Кукхан. Да. Это актер какой-то? Да. У меня есть актриса одна, очень нравится, но я забыла имя, но потрясающе. Они такие красивые. Хотя мне там тоже нравилось. Невероятно красивые. Да. Айшвария Рай. Вот, да. Вот это, да. Вот, 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 вот. Мне тоже потрясающе красивая. Симпатия просто. Моя такая, скажем. Такая, ну вообще... Так, это у нас Том Форд, дикая орхидея, просто чтобы мнение мужчины и женщины, потому что, ну, он тоже такой специфический. Хотя после вот этого, этот после слони, этот еще хуже.
Начали, кто-то начинает за здравие, кончает за упокой, а мы начали за упокой. Если вот из двух этих, то тогда лучше. Слоник однозначно лучше. Во-первых, потому что он слоник, мое любимое животное. А этот, не хочу обидеть фанатов этого запаха, но это не мое однозначно. И нюхать его не Занюхаем клубничкой. У нас клубничка сегодня первая в Риге. Стоит, сколько она там, 5,50, по-моему. Ну, вкусная. Венгерская, сладкая, вкусная. Так, кусаем клубнику все. И как бы отвлекаемся. Не знаю, мне вот ассоциация с какими-то травяными настойками. Вот боярышник, пустырник, вот такой. Лекарственные травки. Лекарственные травы, да. Причем холодные такие. Нет. Вот, нет. Вот, пожалуйста. Ну, это дикая орхидея, да? Это не оккультуренная. Может быть, он потом должен пройти время, он должен как бы, ну, как аромат первой ноты выветрится, может быть, там ноты сердца интересные будут какие-то. То есть, вот... Ноты пустырника. Настойки пустырника там будут. Ну да, может, надо сразу настойку пустырника понюхать, сравнить. Кстати, вот мы тоже, я все время тут постоянно в поисках этих моноароматов, чтобы вот действительно один аромат. И вот я уже говорила, что будет очень интересный Орифлейма, запах сирени. Mm-hmm. Мне показалось, что просто настоящая сирень. Очень хочу тоже взять, потестить потом, что и как. И... Потому что сирень, да, если это настоящий будет запах красивой сирени, это дорого будет стоить. Ну, она будет стоить 20 евро примерно. Так, нет, надо нам чем-то очень вкусненьким, хорошеньким. Да, что-нибудь такое. Ням-ням-ням-ням-ням, сладенькое, приятненькое. Вот я знаю, что вам всем понравится. Мы уже пробовали. Наш любимый аромат, это у нас Орифлейм, Lovely Garden, ревень, молочко. Ням-ням, садик, детство, прелестнейший аромат. Сейчас да. Напомним. Так, ей, по-моему, на клубнику попало, но ничего, у нас теперь уже клубника будет с ароматом ревени и молока. Да. Боже, какая прелесть. После того, чего мы там нюхали только что, не удержусь, где-нибудь там. Вот это ой, да. Шикарный запах. Какой он теплый, какой он такой вот прямо обволакивающий. Он прямо, такой... он прямо обнимает. Он обнимает он очень тебя, ласковый. Да. А ласковый. Чего я посередине не села? Вот. Обнимашки. Обнимашки. Упустил из виду. Да-да-да, мы так будем периодически то обниматься, то фу-фу-фу, такие. Ой, какой, очень хороший. Какой да. Он хороший, он такой. Это да. И он достаточно да, бюджетный, там можно его по 10 евро иногда купить, когда там есть какие-то скидки. Такой солнечный какой-то. Угу, он тепленький, он такой вот прямо лето в садике. Да. И вот, ой, как хорошо. Какие вот есть, ну, почему все ароматы? А как ты, Ренат, считаешь, его можно назвать запахом вот, влюбленных каких-то? Нет, он для себя, он всё-таки такой вот, он себя. Запах детства. Детство? Для меня он такого милого, какого-то хорошего. Садик. Ну хорошо, вот садик, детство, к примеру, вот, если вот так вот 16-18 лет девушка. В юности? Да, подушится, и вот молодой человек учует этот а, запах. А, ну в этом смысле? Да, ну, мне кажется, очень ну, даже. Ну да, конечно, а почему даже, нет? Ну это мужское восприятие. Я, да. Ну, да. Вот. То есть тебе нравится, как да, пахнет, конечно, да? Да, конечно, то есть если вот девушка будет в 16 лет пахнуть, то ты... И если я буду в 16... И ты делаешь 16 лет, да? Ну даже если и как бы не в 16, а вот... вот ну то... чуть-чуть постарше. Не, ну он не девчачий. Нет, да нет, не девчачий, просто действительно... Он такой... Он ни к чему не обязывающий, такой действительно... Мне кажется, он такой домашний, да. Любви все возрасты покорны. Я им дома часто пользуюсь, да. Я пользуюсь дома, даже на улице. Не хочу выходить, он для меня такой интимный, уютный, вот такой по десятибалльной системе домашний. 10 с плюсом. 10 с плюсом. Да, шикарно. Вот. Lovely Garden, Oriflame, вот такой зелененький, хорошенький, миленький ароматик. Вот так, давайте теперь нашу родную продукцию затестим и похвалим или поругаем. Я тут недавно покупала наши духи Дзинтерс, как они там назывались, вот здесь название. Бойс, не, вуаля, Леджер. Ну общем, что-то на французском. Название под французский лад, у них там линеечка, там три аромата. Оранжевый вот с апельсинками как бы, голубой уже не помню с чем, и розовый тоже не помню с чем. Молодец, я так хорошо вообще рассказываю. Ну там всего три аромата, вот так он пузатенький такой выглядит. Вот, и мы сейчас, Муха, ты бросила что-то, чтобы начать лизаться. Нет, это спа-салон, она мне очищает. А, это спа-салон.
Есть такие рыбки, которые ноги там, я знаю. Да-да-да. Вот. А тут у нас муха, которая у нас спасла. Муха, я невкусная. После косметолога у меня лицо пахнет всякими кремами. Да подожди, дай попробовать. Дай попробовать, что ты не жадничай. В общем, это наша продукция родная Дзинтерс. Заводика, который тут практически за углом. Мы его любим, уважаем. Продукцию он выпускает исправно. Все время что-то новенькое выпускает. Вот, красивенькое. И запах хороший. И запах... Чуть-чуть такой, более такой контрастный, чем предыдущий. Ну, конечно, он более контрастный. А вот он мне сейчас больше нравится. Я его покупала, когда была холодная погода, он мне казался рисковатый. А вот сегодня в жару... Приятный очень. Он приятный. Такой, сегодня он хороший. Такой выделяющийся запах. Да. Вот, если... В повышенной влажности это то, что нужно. Это больше на вечер, сказала бы так, мне кажется. Вот на пляж. На пляж? Чтобы вкусно пахнуть. Да нет, на пляж я бы не очень. Янтарь такой теплый. А что тогда для пляжа? Нам надо аромат на пляж, аромат куда-то еще. Нам надо арбуз. Если бы моя соседка по пляжу так пахла, я бы чуть-чуть, может быть, со временем подальше. Нет, запах восхитительный, но если постоянно он будет под носом, на пляже, подчеркиваю, на пляже. Нет, запах приятный, но необъяснимый даже. Очень хороший. Овощи. И овощи, и фрукты. Но вот специфическая нотка Дзинтерса присутствует. Вот у них линейка вот эта вот, что-то одно такое есть. Как куда ни кинь, всюду. В общем, нюхать его приятно. Да. Это хорошо. Если так можно выразиться. Ну, относится к серии теплым. Теплым, конечно, он теплый, очень такой сладкий. Он, в общем-то, и сладкий, да. И с горчинкой чуть-чуть, сказал бы так, чуть-чуть. Горчинки я не почувствовала, но это вот, да, это личное восприятие. Горчинку я не Горчинки. Откуда горчинка? Нет, я не могу это понимать. Да, не понимаю. На любимом человеке я бы его нюхал, нюхал и еще раз нюхал. А не на любимом? Не нюхал, еще раз бы не нюхал. То есть дело не в аромате, дело в любимом человеке, вы понимаете? Бог с ними, с ароматами, пахнуть можно чем угодно. Любимый... С слоником тоже? Вот тут ты меня уже поймала. Уже не такой любимый будет человек. Ты меня поймала, конечно. Так, покажу один интересный аромат. Вот так он выглядит. Красивый флакончик. Когда я про него читала, у меня есть туалетная вода версия, это парфюм. Возьмем парфюм, чтобы было порезче. Его, как бы, про него сказали, что это запах шабаша обкурившихся ведьм. Боже. Вот такое у него как бы название. Подожди, муха, секунду. Заинтриговала. Заинтриговала. Видите, как я умею заинтриговать. И тут, так, где-нибудь тут... Где у него тут распылитель, у него не снимается крышечка, тут надо разобраться и как-то брызнуть. Я вчера пробовала сама тестить, потому что я все пытаюсь понять, что он из себя представляет, но я ни на блотере, ни на как бы теле я не могу понять. Он как-то мне мешается, спутывает, действительно, как ведьму вокруг водит кругами. Но я нашла, как это сделать красиво. Его надо брызнуть в коробочку, знаете, вот как коньяк в бокал, как бы, и потом ты вот так поболтал, и этот бокал нюхаешь. И тогда вот этот аромат, он поднимается. Вот он сработал точно так же. Он, когда его брызгаешь туда, сейчас я его туда набрызгаю, так, где он там брызгается. И мы будем из этого бокала... Выпустим джина, да? Выпустим джина, и тогда он как-то, ну, я его хоть понимаю тогда, какой это аромат, потому что так он очень интересный. Ну вот, теперь я его четко чувствую, потому что стоит на себя брызнуть, он как будто бы куда-то моментально прячется, испаряется, и вот здесь он четко. Ну, я вам одну коробочку на двоих, да, как-то это самое. Теперь он даже, мне кажется, и довольно таким интересным. Ну, вначале... Пертусин. Опять лекарство? Я вас опять лекарствами. Первое попавшееся вот восприятие на запах. Вот. Ну, от кашля вот эти вот сиропчик был пертусин. Мне он нравился, пертусин. Да, я даже любила. Пертусин, да, он был сладенький, да. Был хорошенький. А мне не пертусин. А что? Сказать? Скажи. Меня не будут камнями кидать? Нет. Фанаты этого запаха? Нет. У него мало фанатов. А мне напомнило что-то старую бабушкину пудреницу или что-то косметичку, или как-то вот что-то такое. Он очень спорный. Что-то такое. Про него все время спорят, и все время вот его как-то обзывают, этот аромат. И тем не менее, все равно к нему есть интерес. Вот что-то старая косметика какая-то. Вот, допустим, она в чем-то, в каком-то там, ну как если... В сундучке. Ну, не знаю, как, что-то такое вот долго хранилось. Там всякие пудры, кремы, все. И вот когда это старые духи, эти все это вытащили.
И плюс еще и пертусин там хранится, там да же. Понюхать. Да. Может там все хранится. Старые лекарства. Вот старый, вот что-то с ретро такое. Да, это ретро. Вот восприятие. Самое главное, что аромат не ретро, он довольно-таки, так сказать. Ну, воспринимается он как вот. Ну, это я как дилетант права. Вот иногда я поражаюсь. Вот парфюмер, который создает этот аромат. Что он пытается этим достичь? Вот именно вызвать какой-то спор вокруг аромата. Вот, ну, спор он вызвал, потому что его и так, и сяк обговаривают, кто ругает, кто-то, что в нем интересное находит. Но вокруг него происходит какая-то движуха. Ну, вот фенхель. Мне кажется, здесь вот что-то фенхелевая нотка вот, от кашля. Вот такой очень своеобразный аромат. Я говорю, я даже специально потом купила туалетную воду. Думаю, может, в ней хоть я что-то такое интересное найду. Но он тоже, он такой. Духи 85+. Так. Ну, нет, это не мое абсолютно. Что-то надо очень интересно. Так, у нас кто-то любит мед, кто-то. Мишка любит очень мед. Почему? Да, кто поймет? Вчера, как бы, вот Юлия из Швеции мне привезла аромат, который я почитала, в составе имеет в базе мед, и якобы он достаточно медовый. Ну, там много всего другого, там ирис, ну, я вчера рассказывала. Различные лилия якобы тут может чувствоваться очень. Кто-то лилия, апельсиновый цвет, жасмин и мед. В общем, вся сладость. Вся сладость. Но что-то в нем есть такое, что все-таки он немножечко какой-то, вот мне кажется, ну, своеобразный тоже. Вот давайте ваше мнение. Высказывайте. Герленовские ароматы у меня очень сложно как-то воспринимаются. Почувствуете вы этот мед, не почувствуете вы этот мед. Меда я тут однозначно не чувствую. Но он в базе, он поэтому может быть не сразу, да? Надо ему немножко вытереться. База это то, что потом приходит. Вот аналогичного ничего не нюхал ни разу. Вот герлиновский вообще очень интересный. У меня нет этого шалимара. Этот шалимар уже у всех на слуху, и все уже этими шалимарами душатся. У меня его до сих пор нет. Я даже не знаю, что этот шалимар из себя может представлять. Но у него... Если мужчина, прости, перебью, да, знакомится с женщиной. И она так пахнет. И вот, мне кажется, вот такие духи можно ей подарить, этой женщине. Серьезно? Не зная его, ее вкус и пристрастий. Я бы не рискнула. Я бы что-то выбрала вот такое легенькое, нейтральное. А я бы рискнул. Вот именно вот этот запах, вот именно этот запах, я обязательно, вот, если бы передо мной стоял бы выбор из, с девушкой, с женщиной, которой я знакомлюсь, вот я бы... Ты бы хотел, чтобы она так пахла? Нет, не то, что хотел, а вот именно почему-то я подарил, выбрал бы. Из многих запахов вот именно вот этот. Как, может, у тебя как-то по-особенному пахнет блоттер? Не знаю, но... Ну, кстати, на блоттере интересненький. Вот. Он интересненький. Мне очень понравился, и мне кажется... Я вчера вот, только на себя брызгала, мне на себе не очень понравился. Как подарок для человека... Но меда здесь нет. Для которого хочешь... Где-то очень далеко хочешь, и глубоко. Так, произвести впечатление. А ты, Юля, как думаешь? Лилию ты чувствуешь хотя бы лилию? Лилию, жасмин или... Апельсиновый цвет. Вот там вот три, которые... тут, мне кажется, апельсиновый цвет преобладает. Угу. Но он в верхних нотах. Лилия, да, по-моему, в нотах сердца, но она лилия должна... где-то очень далеко. Она должна чувствоваться, лилия. Но он приятный очень аромат. Очень хороший запах. Он интересный, он многогранный, он такой, да, он вот переливается. В выпуске выразилось прекрасно, да, красивый. Красивый. Вот мне очень... он очень понравился. Вот, очень, как очень интересно. Понравился. Очень понравился. Вот, здорово. Ну, заценили. Очень понравился. Меда я не ощутил. Нет, меда нету. Вот, но запах восхитительнейший. Для меня крепковатый. Итак, что у нас тут еще? У нас много всего. Надеюсь, что у нас хватит сил все это потестить. Потому что хочется уже за один раз побольше вам всего. Наверное, длинное видео получится. Ну, ничего, наберитесь терпения, выдержите наше скучное общество. А сейчас аромат, который мой любимый, у Эйвен. Он тоже цветочный. Помните, в прошлый раз мы тестили этот Today. А это же линейка Today, только называется In Bloom. Безумно мне нравится. Я не знаю, что в нем такое есть. Вот что-то такое. Он просто вот такой вот с цветочечком тут. Просто невероятно. Я готова лить его на себя литрами. Поэтому мне интересно выслушать, как кому-то другому нравится или нет. Не знаю, мне нравится он такой. Ну, он цветочный. Сразу говорю, чтоб не обидеть хозяйку. Нет, говорите как есть. У каждого же свое восприятие. Но мне он очень нравится. Он такой...
свеженький. Он такой, и свежий, и цветочный, и, может быть, там и есть в составе хоть какой-то один фруктик, но он не выделяется. Вот он такой красивый, цветочный запах. Мне нравится. Он, мне кажется, таким благородным, очень элегантным. Элегантный, вот именно, да. Да. Ну, вот просто и не раздражающий. Не броский вот, такой в то же время. Да, нисколько не раздражающий, он такой чудесный, просто вообще. Вот готова ходить и его все время чувствовать. Нравится, вот я даже удивляюсь, ну почему, ну казалось бы, да, вот что, вот какой-то один момент, и он мне вот так вот... Да. Ты ходишь как в коконе таком вот. Настолько вот, таком. Вот он со мной слился, и вот он мне нравится. Я понимаю, что, конечно, восприятие у людей разное до невозможности. То есть кому-то, может быть, и покажется, ну, таким обычным ароматом. Вот, кстати, Николай молчит, ничего не говорит. Он думает, как бы не обидеть хозяйку, не сказать, что, ну, я себе такое почувствовала женщине. И чтобы хозяйку не обидеть, и свое мужское я не уронить. Что на километр бы от нее отошло. Мне нравится, я бы даже целый день могла натыкаться. Знаешь, вот самое интересное сейчас, почему нюхаю вот это, ничего не говорю. Потому что он, чем больше выветривается, да, вот как-то, тем он... Красивее становится, вот. Мне даже в первых нотах нравится уже. В первых как-то так чуть-чуть, может, чуть-чуть слегка так, не то что рисковато, да. А вот потом, когда. Он расцветает, раскрывается. Вот чуть-чуть немножечко У меня есть подруга, которая я сколько бы не давала нюхать нежных духов, она всегда говорит, какие они резкие, какие они сильные. Один раз дала духи понюхать, которые, на мой взгляд, пахнут как. Сейчас подумаю, как этот, которыми моль травит там, вот что-то типа такого. Ну, в общем, какой-то уже... Лаванда, нет? Нафталин, вот, нафталин. Который, на мой взгляд, пахнут нафталином. И она сказала, ой, какой прелестный аромат. Я думаю, ну как может быть такое вообще разное восприятие? Вот сейчас он восприятие. Да, элегантный, очень элегантный. Такой. Он совершенно вот для меня просто как песня, как красивая песня. Махнешь волосами, почувствуешь, вот, и ты балдеешь. Вот, кстати, как если это? Махнешь направо, там лебеди выплывут, налево там что-то еще, как сказки. Вот, да. И махать, и ходить, и махать. Для этого надо отрастить длинные волосы. Ой, хороший потому запах. Что иначе махать будет нечем. Аромат очень хороший. Вот такой вот у Эйвона есть тоже это бюджетненький, замечательный, прекрасный, красивый аромат. Так. Ну, на контрасте, нам надо на контрасте, иначе если мы все будем приятненько нюхать, то... Сейчас что-нибудь противненькое. Аромат, который тоже многие тоже называют элегантным, и таким вот женщина-вамп, женщина-хищница, потому что он называется «Пантера», это Cartier, и он был сделан для, по-моему, его вдохновительницы и музы, может быть, и любовницы, как всегда. Но это уже детали, мы этого не знаем. Вот, аромат такой, там даже изображение внутри «Пантеры», и мне кажется, он шипровый. Вот сейчас дам понюхать. Шипровый – это значит, он будет напоминать одеколон. Хотя женский аромат. Вот так, сейчас. Ну, не хочу. Берите, не хочу его нюхать. Не мое совершенно. Вот, точно. Шипровый. Однозначно. Шип, одеколонистость не мое. Однозначный. Угу. Шипр. Я, правда, не помню. Ну, вот с советских. Мне кажется, времен. Вот парикмахерских в советских. Вот что-то такое, что-то там подстригут, попшикают. В мужском зале. Хотя, вот, казалось бы, такие вот точно. Стильные, интересные. И где-то он приманивает. Духи. Мне нравится. Где-то приманивает. Да. Пантера. Угу. Мне тяжело. Я, наверное, не воспринимаю одеколонистые запахи. Вот. Или у меня из детства осталась против них какая-то такая... Но они не отвратительные. Нет, они не отвратительные. Он разветрился. Они просто, на любителя. Ну, сторонников, да, немного, я думаю, там как-то особенно. Он чуть-чуть подразветрился. Вообще. Может быть, ему надо выветриться, то есть надо там заткнуть нос, набрызгаться, пробежаться 100-метровку по свежему воздуху, чтобы как-то... А тогда у тебя уже нет вариантов, все равно дышит. И тогда уже, в общем, вроде как бы и пойдет. А нет такого, что вот что-то вот из советских времен дзинтеровские, вот такие маленькие духи раньше были, такие малипусечки. А желудёж такой? Нет, ну желудёж-то вряд ли. Нет, там были... А, кстати, кто помнит, как желудёк пахнет? Ой, шикарный запах. Я уже не помню эти запахи, у меня ничего в памяти не осталось. Я, наверное, тогда не пользовалась духами. Иоланта там вот. А, Иоланта, может быть, что-то, да. Ну, тут я не помню. Это вот времена такие вот 80-е. У меня из советских вот этих дзинтеровских, это Кристина.
однозначно Кристина. И я помню, Рижанин, тайна Рижанки, помню. Да. Рижанин и Рижанка. Горчила так, это тайна Рижанки. Рижанка, одеколон был Рижанин вообще. Ну, вот сейчас, когда я вот на расстоянии от вас, как бы он идет, этот запах ко мне, да, он, мне кажется, тоже красивым. Да. Он именно такой вот деловой женщины, шикарный, деловой, модный очень. Даже, я бы сказала, такой вот... У нее свой стиль. Да, вот такая вот... Такая... Ну да, дорогой. Я бы сказала, дорогой такой женщины. Может быть, поэтому он и создавал для своей этой подруги, потому что хотел, чтобы что-то было вот необычное. Он на самом деле необычный, он такой немножко выделяется из ряда других духов. Не компот. Не компот однозначно. Так, нюхайте, потому что после него немножко будет тяжело другие ароматы воспринять. Так, хочу... Ой, какой чудный запах кофе, просто волшебный запах кофе. Обожаю запах кофе. Так, давайте-ка попробуем один интересный аромат. У меня с ним связана история. Это первый такой как бы дорогой аромат, который был на моей подруге в молодости. Она была молодая девчонка, но она вот его обожала. Хотя вот вы поймете, что этот запах все-таки очень взрослый, да? И он безумно шлейфовый, ну, ему уже лет 20, наверное, безумно шлейфовый, безумно такой вот, вот точно пройдет, и ты сразу опознаешь этот аромат, его ни с чем нельзя перепутать. И он был как визитная ее карточка, это были как раз 90-е годы, и она постоянно им пользовалась, и она, тогда вот было время, все ходили в черной одежде, ну, как-то вот так вот было, я помню, вот все ходили в черном, я не знаю, ну, или такое было состояние души, или просто другой одежды не было, я не знаю, в чем там было дело, а она ходила вот в этом аромате и в белом пальто. Представьте, белое пальто в пол осенью, когда ты практически два шага, и тебе надо уже его стирать. Да, и ее так ненавидели все, прямо на нее вот женщины буквально набрасывались. Вот какое-то было то ли злость, то ли зависть, я не знаю, что она может себе позволить ходить в белом пальто, когда все в черном, и ходить в таком аромате. Вот поэтому будет интересно. Вот видите, какая предыстория у аромата? Странная реакция на белое пальто. Это зависть. Это Живанши Амариш, по-моему, так. Мне как-то один раз там сказали, что я как-то не так название обозначила. Ну ладно. Французский не знаю. Мы не знаем, мы не французы. Так, он тоже такой, потом надо будет после него выветривать. Ну, на бумажке он очень хорош. Хорош. Он и на себе хорош, но он очень сильный. На самом деле. Ну, я думаю, что, может быть, и понравится. Состав богатейший. Очень у всех ароматов в тех годах богатейший состав, интереснейший какой-то. И он такой шлейфовый, он такой стойкий. Он... И я говорю, его ни с чем не перепутаешь. Восхитительный. Да, я такой люблю. Угу. Вот он, кстати, на эту погоду сейчас как-то сработал нежнее. Он сегодня чувствуется нежнее, потому что я им пользовалась зимой. Мне казалось, что наоборот он такой... Рисковатый был. И зимой он был рисковатый, кстати говоря. А вот сейчас, когда тепло и жарко, он, да, он стал намного нежнее. Вот я сейчас тоже набрызгала, попробовала. Он у меня, да, видите, приятно. Зимой-то я его использовала наполовину, а сейчас он у меня стоял. Я думала, очень жарко. Значит, можно пшикаться теперь сейчас. Можно, да. Вот теперь можно в это время, значит. Все цветет на улице, угу. И он, в принципе, как бы сливается вот так вот. Красивый, да. Цветения. Там много всего, там, конечно, и цветы, и фрукты, и что там только нету. Ну, вот умели же мне очень ароматы. Да. Изумительный. Да. Изумительный. Вот все-таки нам понравился. Молодцы, что они его не снимают, они его даже не переделывают, у него нет версий никаких. Вот он один и есть сам по себе, супер. Потому что остальные ароматы... Пользуются спросом? Ну, может быть, сейчас на фоне всего остального уже, конечно... Устаревший, типа, считается. Мне кажется, даже был какой-то момент, сказали, я увидела, что он исчезает в магазинах, и я со страху купила себе, так сказать, еще. Потому очень что я думала, что уже снимают или с производства, или просто исчез из магазина. Да. Ну, так иногда прохожу, смотрю, он еще есть. Так что это они так попугали. Попугали, в общем. Хороший запах. Красивый, да. Немножко, может быть, конечно, и рисковатый, но вот зимой, наверное, рисковатый. Ни в коем случае. Правда, да? Тогда... Шлейф от него действительно, наверное, такой шикарный. Шикарный, да. Жару и в непогоду, любое время года. Вот. Еще один аромат, который я тоже не могу совершенно понять, его многие так нахваливают, это Дольче Габбана, это Дольче Вита, ну, в общем, Габбана тоже. Тоже Габбана. Тоже Габбана, Дольче Вита аромат называется, «Счастливая жизнь». Вот как бы переводится, я так понимаю. Happy life, да? Ну нет, это с итальянского, наверное. Как хорошо знать языки все, потому что на бумажке вроде ничего. На себе я его тоже совершенно не чувствую. Он куда-то моментально у меня испаряется.
Там много, там корица есть. Я помню, в составе корицы. Я из-за корицы хотела купить. Много цветочков разных, разнообразных. Пряности. Очень богатый состав. Пряности, да. Пряности есть, там чувствуются. И цветы, и якобы он должен быть тоже запредельно там стойкий, шлифовый. Я этого на себе не чувствую. Моментально он куда-то съедается. Мне кажется, впитывается кожей. Мне он кажется таким легким, хотя все нахваливают, что... Ну, может быть, это уже какая-то новая версия, может быть, это самое... Вот только ты мне сейчас подала... Он уже... Мне он сразу не понравился, если честно. Вот мне сейчас, он тоже не нравится, как это ни странно. А сейчас как-то приятно, понюхал. Ну, такой вроде бы все... Его очень многие хвалят, и прямо про него читаешь целые там страницы этих хвалебных отзывов, но... Мне вот сейчас разветрился вроде даже. Наверное, это что-то просто не мое. Немножко восточный как будто вот такой. Приятный вот запах. Как-то. Ну, у меня к нему нет отвращения. У меня тоже. Приманивает. Приманивает, совершенно верно. Интересный. Да. Ну, вот такой. Интересный. Для меня неоднозначный. Я и его как-то, вот он у меня стоит. Ну, может быть, он еще лет 10 постоит. И когда мне уже будет там страшно сказать сколько, вот, тогда, может, уже как раз и будет все то, что надо. Манящий какой-то. И будет все то, что надо. Так, ну, пора нам какие-то вкусить фруктики уже после стольких цветов. И прямо здесь пиццы. Да, мой тоже один из самых любимых. Это у нас дизель, ловердоза, или как-то так он называется. Опять же, наверняка неправильно все произношу. Вот, как это правильно прочесть? Ловердоз. Ловердоз. Ну, в общем, практически, можно сказать, это доза любви. Как-то. Доза любви. Мы сейчас получим дозу любви. Обнимашки, обнимашки. Так, ну, надеюсь, что он как-то, вот он теперь уже как-то странно, мне кажется, воспринимается. Или у меня уже погода, там... Погода меняется. Погода меняется, как-то он уже немножко странно. Зимой он был великолепен, зимой он пах этим виноградом. Такой сорт есть. Красный, вкусный, темный такой. Темный, да, виноград, он такой прямо ароматный очень. И вот зимой я просто обожала его. Зимой холодная погода, осенью, ранней весной. Вот я чувствовала вокруг этот аромат винограда. И мне казалось, ой, как все вкусненько, как классно, когда сплошное. А вот сейчас по жаре он как-то немножко... Нет, он приятный, но он тоже немножко... растворился как-то. Как-то вот растворился, да, в воздухе. А если можно так выразиться, безразлично? Да, можно, нейтрально. Нет, даже безразличное восприятие. Да. То есть, если прошел мимо, я бы даже и не заметил. Вот как интересно. А мне казалось, что вот он такой прямо бросающийся, как бы, и я его опять вокруг же, только себя мое мнение. Ну, смотри, он вообще разветрился, его не чувствуется почти. Ну, я еще чуть-чуть чувствую, но как бы да. Вот погода. Видите, как влияет погода? На самом деле, на холодное время, аромат, наверное. Да, он на холодное время, значит. Чтобы он когда, он, наверное, скукоживается, концентрируется тогда. А так он сейчас так, молекулы расползаются в этом, в пьянящем воздухе. Или мы уже тут уже совсем, уже перестали что-либо воспринимать. Еще раз нюхнем. Нам сказали, что надо пить чай еще в перерывах. Надо... Ай-ай-ай, не могу открыть коробочку, баночку. Надо пить чай. Да, слушай, он выветрился. Один момент. Да. 5 секунд... И любовной дозы уже нету. Да. Ну, тут очень маленькая доза. Мы тогда ее заглотили, занюхали. Занюхали, она растворилась тут. Так, ну надо тогда что-то поярче немножко. Вот этот тоже такой интересный, это Трусарди. И название? Away for her. Ну, что-то такое, да. Для нее. Что-то для нее. Розовенький. Он и будет очень розово пахнуть. Может быть, как роза пахнет или как что-то. Но какая-то такая немножко синтетическая роза или не роза. В общем, сейчас. Ты розы не любишь, тебе не понравится. Хорошо, мне уже не нравится. Ну, может быть, это не роза. Может, я так воспринимаю, как какую-то... Он мне что ужасно что-то напоминает. Знакомое тоже. Юлечка, я с вами не согласен категорически. Ну, нет, это... но он не розу напоминает. Это розу все-таки. Розу никоим образом. Здесь я розу вообще ничего не улавливаю. Вообще запах хороший. А вообще запах очень хороший. Серьезно, да? Розы я тут... Может, шиповник? А, может быть, шиповник больше, да. Ну, вот что-то есть из этой серии. Но запах очень хороший. Может быть, дикая, да, такая, дикий шиповник. Да. И что-то... Очень вот этот хороший, вот белый, да, маленький шиповничек, который... Вот этот? Белый шиповничек. Угу. А какой белый шиповничек? Я только красный шиповник знаю. А есть маленькие еще такие вот, маленькие такие колючие кустарнички и белый шиповник. Интересно. Они такие полные. Да? Очень приятный запах. Правда, да? Очень. Ну вот,
зимой никак не воспринимался, просто вызывал отвращение этой резкостью. А вот сейчас на теплую и влажную погоду он как-то заиграл. А мне кажется, заиграл. В тепле играет, да. Контрастный. Там у меня где-то хомяк скребется, который, может быть, на заднем плане будет какие-то. На который бы я бы обратил внимание однозначно. Кушать. Вот если предыдущий прошел, да, бы не заметил. Ну вот, видите, ну, это как шлейфовый аромат такой. То я бы так проводил. Ну, наверное, да, я думаю, что да. Ну вот на влажную, теплую погоду. Сегодня у нас, наверное, градусов 25, поэтому как бы вот на так и влажность повышенная. Был ночью дождь у нас в Риге. Да, хороший запах, мне нравится. Очень, ну, вот, очень замечательно, хороший, прекрасно, очень хороший, да. Прекрасно. Так, супер, дарю, ничего. Раз вам нравится, пользуйтесь на здоровье, это все равно не мой запах. Вот, так что будет вам что-то вкусненькое. Так, ну давайте-ка какой-нибудь такой тоже из ароматов, который... Амуаш! Мы его обсуждали, и я помню, что было сказано, что это что-то, по-моему, для торжественного похода в театр. Но сейчас мы перепроверим наше мнение. Вот тогда это было шикарный запах для похода в театр. Вот. Мы тут как-то собирались уже вне съемок и немножко тоже как бы рассуждали, тестили. Сейчас, секундочка. Сейчас ты вспомнишь. Так, сохранилось ли то же самое ощущение, да, которое было, что это шикарный запах для похода в театр? Такой шикарной женщины. Нет, у меня осталось такое же ощущение. Что тоже в театр? Все еще в театр, даже. Это запах светской львицы. Угу. Бомонд. Бомонд. Да, какие-то вечеринки светские. Даже уже и театр не важно, главное, да, вечеринка. Женщина, которая одета в вечернее платье и курит дорогие сигареты. Да, дорогие сигареты. И вот беседует с такими же мужчинами во фраках. В общем, светский запах, но это не мое абсолютно. Я такое не люблю, я более домашний человек. Мы не бомон. Да, интересно. Ну, еще послушай мужчину. Не-не-не, я с Юлей согласен. Ну, конечно, это не домашний запах. Какой уж тут домашний запах, он такой. Мы еще не доросли до таких, да, наверное, ароматов. Нам не понятно. Нам надо что попроще. И ближе к народу. Попроще, поближе к народу. Ой, я помню, вот этот вам очень понравился. Еще раз мы его нюхнем сейчас. Он такой водянистый, прелестный, тоже нежненький, хорошенький. Это кто? Это у нас, насколько я помню... Сейчас я вспомню или возьму лупу и прочитаю. По-моему, это Марина де Бурбон, какая-то версия, вот такая голубенькая, водянистая. У нее по флакончикам видно, что это Марина де Бурбон. У нее всегда королевские какие-то лилии на флакончиках. Вообще, она же каких-то королевских кровей, оказывается. А Делис тоже, да, ее? Нет? Делис тоже ее, да. То есть вот у нее хорошие запахи, приятные. Вот это действительно легкий, приятный. Легкий, приятный. Ну да, после амуажа вообще, конечно, это рай. Такой, да, под цвет твоей красивой сегодня кофточки. Вот, в общем, такой прелестный. Легкий очень такой. Гуляй куда хочу, никого не напрягать, никого не мучить. Атмосферный такой. Атмосферный, приятный, чудный аромат. Да, приятненький очень, не грузит. Ароматы у меня тоже делятся по большей части на приятные, такие, которые сложные. Чтобы вот так не обидеть их, я скажу, неоднозначные, сложные ароматы. Да. Ни к чему не обязывающий такой. Да. Очень приятный. Очень хороший, да. Совершенно оценили. Легкий. Оценили, приятненький. Оценили, да. Угу. Так, помучаем, успеем. Ну, успеем еще. У нас тут немножечко осталось. Как-то время летит, боже мой. Видео, наверное, получится каким-то бесконечным. Художественный фильм. Художественный фильм практически. Все. Оскар нам, пожалуйста. Премию за наши труды. Тоже Иссы Мияки. Новая какая-то версия. Вот такая зелененькая, легенькая, приятненькая. Мы сейчас такие набросаем ароматы на весну, на лето. Скажем, недавно вышел, как бы у меня есть розовый вариант, он более фруктовый, а этот такой более зеленый, но приятно зеленый. Да, тоже свежачок, хороший свежачок такой. Да.
приятный. Да. Но это вот что-то. Тут вроде сказать-то нечего, как бы. Тут да, не описать. И обсудить-то нечего, потому что просто приятный аромат. Вот это подходит к Марии. Да, ну вот как бы где-то они, да, их нужно, да, поставить как бы на один просто посвежее, другой. Да, хороший, совершенно не напрягающий такой вот. Пахни и пахни этим ароматом, что называется, сколько угодно. Люблю такие ароматы. Может быть, они, конечно, все между собой немножко и похожи получается, но всегда они вызывают всегда позитив какой-то. Нету вот необходимости там под них подбирать там настроение, погоду, да, время суток. Вот в любое время суток, в любом настроении набрызгался, пошел, и тебе хорошо. Так, аромат просто, как бы, который, ну, все знают, вот этот Lavie Belle Lancôme, только версия Absolue, которая более такая насыщенная, шлейфовая, сильная, красивая, сладкая. Сейчас все, сейчас. У кого недостаток сахара в организме, это будет самое то. Потому что очень такая будет. Ну, все, на километры я уже чувствую. Он такой будет безумно шлейфовый. Ну, немножко душащий. В эту погоду, наверное, душащий, честно говоря. В эту погоду он придушит. Что-то такое. Но он слащавый очень для меня. Слащавый, он слащавый. Очень правильная, как бы. Да, правильно. Нет. Да, нет. Однозначно. Вот, нет. Товарищи из Ланкома, не делайте такого. Ух ты, ты уже в рифму. Да, так что. Тоже очень странный, тоже не новый аромат, как бы Монблан, что-то там, Фэмми Монблан. Красивый очень флакончик, красивый вообще, просто восхитительный. Сам аромат. Вы еще что-то чувствуете, да? Ну, он довольно резкий, поэтому вы, наверное, скорее всего, почувствуете. Тут обланкомилось все. Тут обланкомилось все после этого. Как-то он везде распространяется. Да, он везде, он такой. Это, наверное, самый шлейфовый. Он как удушливый смог, он везде распространяется. Ну, сейчас после этого как-то сам по себе я его не выношу. Он, мне кажется, резким и сильным. А теперь после Ланкома. Как там даже, и в общем даже и ничего на контрасте. Вот как важны контрасты в нашей жизни. Мне нравится. Ах, какой красивый флакончик. Ну уж лучше это, чем Ланком. Сомнительный комплимент. Ну уж лучше это. Типа, ну уж если вообще нечего выбирать. Вообще интересно. Пускай уж как-нибудь мы выдержим это. Ну равнодушим. Чисто. Тоже, да. Ну, вот к этому. Мы уже перебор у нас явно. Ну, тогда уже не будем напрягаться. Последний ароматик такой легенький. Опять же, такой Femme, Hugo Boss Femme, да, там какой-то называется. Этот легенький, хорошенький, приятненький. Тоже уже не молодой, но вот сохранил как бы свое место определенное, потому что тоже такой свежий, приятный. Ну, уже да, после всех этих ароматов мы уже немножко переборщили уже со всем этим, конечно. Вот это то. Да, легкий, хороший. Вот это то. Угу. Легкий, хороший, ненавязчивый. Что называется, самое оно. Да, абсолютно тоже вариант на любой случай. Угу. В офис, на работу, к маме, к свекрови, кому угодно. К свекрови надо чем там? Слоником? Нелюбимой свекрови, слоником. Второе. Черная орхидея. Черная орхидея Том Форда, да. Слоник это еще так нормально. А вдруг ей понравится? И вы станете сразу такой любимой невесткой. Это шабаш-ведьм. Шабаш-ведьм. То же самое, как я тебе кобру подарил, да? Это как еще, знаете, это самое. Там говорят, когда там у тебя есть какой-то враг, ты берешь там яйцо и куда-то впрыскиваешь в мебель со шприцом, и потом оно начинает тухнуть и начинает вонять вся квартира. И никто не понимает, откуда. Или кусочек сардины запрятать куда-то там за занавеску. Вот, так. К чему это? Берешь это самое, этот шабаш-ведьм, приходишь там по разным местам, и потом все. И все выбегают оттуда с криками. Спасайся, кто может. Вот такая у нас очередная получилась, такой очередной интересный разговор, посиделка, обсуждалка, болталка. Надеюсь, вам было интересно, понравилось, хотя мы сегодня тут немножко в жаре, мозги у нас слегка расплавились. Вот, но будет другая погода, будут другие видео. Если вам
понравилось, пишите. Пока-пока. Пока. Так, муха, давай. Мы муху вам покажем напоследок. Она тут все время лежала, ой, на ручках. Разморилась. Разморилась совсем в ароматах все. Вот муха. Пока-пока. Ну, вот так все.